Всем привет! Сегодня у нас обзор от какого-то пива Швитурус или Швитурис Экстра. Литовское пиво, одно из моих нелюбимых, не потому что я там не люблю Литву, потому что пиво обычно с той стороны как-то не очень. Довольно-таки светлое, но цвет, конечно, у него такой себе. Не сильно приятный, не очень, он прям золотистый, скорее какой-то медный. К сожалению, аромат какого-то вот прям такого типичного массового лагера. Солод, леденцовость, ну, такое не сильно, но все приятное. Вкус настолько сладкий, что аж до приторности. Очень солодовый такой прям. Возможно, даже дрожжи чувствуются какие-то. Довольно-таки крепкая, кстати, на вкус оно. Хотя написано спирта всего 5,2, то есть, в принципе, средненькая. Есть какая-то горечь такая, но алкогольно-хмельная, она не сильно приятная. Посредственное, несбалансированное пиво.